друзья, всем привет! Как я обещал, показать свой инкубатор. Это новый получился. Так, а ну-ка. Есть. О, сюда есть. Так, сейчас. Ну, я вам сейчас все покажу, расскажу, объясню. Здесь больше проводов. Из-за чего? Потому что на случай, я вам говорил, что я вам покажу, когда не будет света. Вот у меня есть такой старый с мопеда аккумулятор. Ну, он негодный уже, но чтобы не снимать ни с машины, ни с мопеда годный аккумулятор, я взял его, немножечко он заряжен. Просто для демонстрации покажу вам, как он работает. Терморегулятор вот такой простой, самый дешевый. Это, ну, он уже 3 года у нас служит, выставляется по тому градуснику. Так, друзья, и давайте я сейчас вам все по порядку расскажу. Размеры его. Так, ширина его получается 39, а длина 80. Так. И высота полностью по крышку 25 сантиметров, друзья. По-моему, 100 яиц, да, мы в прошлом году заложили. Но, друзья, это новый инкубатор, такой же точно, как у меня был. Просто я уже как бы его немножечко усовершенствовал. Знаю уже старые ошибки, которые я делал в том инкубаторе. Но он 2 года отслужил, друзья. По себестоимости 2 вот таких листа пенополистирол. Вот, мы взяли 3, но нужно будет еще один взять, сделать брудер для цыплят. Ну, когда они уже вылупятся, тогда уже будет в брудер пересаживать яйца. Ну, цыплят будем. Так, размеры я сказал. Смотровые окна, друзья. 6 на 11. Все в прошлом, друзья, было просто у меня вставлено. Вот здесь все стыки были просто скручены на саморезы. Ну а сейчас мало того, что саморезы, друзья, еще и плюс я все пропенил пеной. Ну, знаете, как говорят, первый блин комом. Ну а второй уже инкубатор, как бы все уже полностью, свои ошибки я уже знаю, и сюда уже делаю, это делаю уже без ошибок. Так, теперь, друзья, давайте вовнутрь заглянем. Вот смотрите, вот эти вот 2 лампочки, они по 25 ватт, маленькие, обыкновенные. А ну-ка давай я сейчас выкручу, я покажу, ну или так видно. Вот, одна кругленькая, одна длинненькая, но вообще изначально были запланированы длинненькие. Вентиляторы обыкновенные, ну с компьютера или откуда, а вот так они и продавались. Я взял один и второй. Они будут дуть воздух через лампу, получается, он уже прогреется, и то есть тот дует сюда, этот дует сюда. И получается, циркуляция воздуха будет, и температура будет здесь одинаковая, что в этом углу, что в том углу. Вот такая вот сетка. Это для чего? Это получается у нас, ну кто не помнит, я сейчас хочу показать. Это получается полуавтомат. Сегодня утром мы уже забрали яйца, друзья. 3 штучки. Ну еще сколько там, не знаю. Вот так. Они будут лежать. Вот здесь, по-моему, здесь по 6 штук влазит, да? А ну-ка, да, по 6 штук, и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 на 6, это 108 штук. Ну, 108, друзья, мы не закладывали, 100 штук. Ну, первая инкубация будет меньше.
Вот смотрите, выдвинутые вот так вот спицы. Это сделано с электрода четверки. Облущено, и я взял яйцо и приварил. Ну, по такому размеру. И получается, друзья, вот я тяну, смотрите, и яйца проворачиваются ровно на 90 градусов. Ну, пол оборота. Вот и рассчитано. Вот смотрите, и туда потом клац, чик, они перевернулись уже. То есть яйца крутятся туда-сюда. А мы делаем вот так вот. Сейчас сделаем тут карандашиком, чтобы было видно. Вот, например, ну, когда помоем. Вот, а ну-ка, сейчас посмотрим. Опа, вот видите, не видно. Клац, опа, переворачивается. Видите как? То есть, бывает, да, там, когда много их, там некоторые не переворачиваются. Но открывается крышка, и уже рукой, там, может, 10 штук, может, 3 штуки. Для чего же и рисуем рисочку, чтобы было видно. Вот такие вот для воды, друзья, обыкновенные с горчицы. Просто прикручены. И вот сюда я кину еще тряпочки, чтобы было лучше испарение. И по сути все. То есть, единственное, я еще не сделал. Нужно будет, но это я возьму сверло в сарае. И поделать нужно будет в каждой. Вот здесь одно, вот здесь два, с этой стороны два. И сделаю такие пропочки, как сказать, кругленькие. Для воздуха, чтобы заходил туда свежий воздух. И все. Так, сейчас я включу. Посмотрим, как оно работает. Ну, можно, в принципе, без... Сейчас без терморегулятора. Все равно он должен пока прогреться. Так, раз. Сейчас я здесь включу и покажу вам дальше все остальное. Все, вентиляторы, видите, начали крутить. Гнать воздух. Они практически бесшумные. Прям сильно не дуют. Но этого предостаточно, друзья. То есть они будут циркулировать, они крутятся постоянно. Сейчас, вот так вот. Раз. Сейчас я вам покажу. Все, видите, плотненько, нигде не просвечивается. А смотровые окна уже, ага, в эти вот я вижу даже полностью. Вот, видно будет температура, градусник будет лежать здесь, здесь и здесь, 3 градусника. И уже мы будем смотреть, чтобы температура была одинаковая. Для вентиляторов, друзья, у меня вот такое вот старое было с польской антенны. Блок питания или трансформатор, кто как называет. Я называю блок питания. Мы из детства, помните, приставки были и говорили блок питания на него. 12-вольтовый блок питания. И все. Вывел я от него вот такие два провода. Это специально на случай, если не будет света. Вот так вот. Клац. Можно даже вот так вот их скрутить. Получается. А ну-ка. Да. Так. Ага. Нет, так нельзя. Потому что вентиляторы... Вот этот пускай будет не скрученный. Ну это, друзья, это тут мелочи. Вдруг свет выключили, я сразу пошел, взял аккумулятор, либо с мопеда, либо с машины. И в этом инкубаторе все равно можно, даже если света не будет, 3-4 часа с яйцами ничего не случится. У нас такое уже было. То есть мы в курсе. А этот, тем более, тот вообще было, я вот так вот закрывал, гвозди вставлял, потому что обрезал криво на первом инкубаторе. Максюш! Обрезал криво на первом инкубаторе, и крышка неплотно прилягала. Ну а сейчас уже все четенько сделал, не спешил. Сделал все по фэншую. Так, теперь, друзья, давайте я вам покажу сейчас, как оно работает от аккумулятора. Так, вот, сейчас. Не знаю, потянет он все вместе. А ну-ка, давайте, наверное, сейчас лампочки просто поставим. Максюш! Что ты там делаешь? Так.
А ну-ка, горят. Не, а ну-ка. Сейчас. Раз. О, немножечко накалились. Видно? А ну-ка, покажи. Нет. О, здесь уже. Нет, все, аккумулятор вообще негодный. Полностью разрядился. Че мы его и купили, как сказать, новый. Угу. Так, все. Отлично. Вот так. Вот и работает все. Все будет отлично работать. Это я сделал, чтобы свет не светил на эти, на яйца. Типа защитные банки с-под кофе. Поразрезал и все. Это у меня я покупал фары себе на восьмерку. И старые я поставил туда фары, они хорошие. А эти новые у меня сразу в голове. О, в инкубатор их. И вот такие вот под вот эти вот лампочки. Купил две лампочки по 25 этих ватт, они, по-моему, или сколько. Но я думаю, что чисто там поддержать температуру в инкубаторе, их будет предостаточно, друзья. Ну, а если нет, значит тогда на нет, как говорится, и сюда нет. Ну, надеюсь, что хватит. Вот и все. И это, друзья, как сказать, намного проще. Понятно, если есть деньги там, допустим, лишние. Ну, я такой человек, мне интересно сделать. И еще интереснее, если оно работает и все получается. Я тогда вообще хожу такой довольный сам себе. Ну, а купить можно. И мы бы могли купить. Ну, нам это не интересно. Мне, я же говорю, лучше сделать самому. Чем-то позаниматься, покрутить. Иди, мама, заходи до меня. Вот так. Друзья, еще. Вот эта комната, вспомните, мы в ней постоянно инкубируем. Здесь самое последнее, если по отоплению смотреть. И в этой комнате, прохладненько, скажем так. Она закрыта у нас постоянно. Здесь вот эта стена и вот эта стена, это как бы они идут на улицу, друзья. И, естественно, здесь самая холодная, комната. Поэтому мы яйца всегда собирали здесь. Да, Баксюш? И еще, друзья, там на вчерашнее видео писали, что угадывать начали уже, сколько будет яиц. Мы не стали, фиксировать. Ну, кто хочет поучаствовать, я 5 человек, кто угадает, сколько мы за 10 дней соберем яиц, передам привет просто через 10 дней. Кто может на сегодняшнем видео, кто хочет поучаствовать, тот пускай угадывает, сколько будет за 10 дней у нас яиц, сколько мы заложим первый раз. Так что такие дела. И что еще хотел сказать? Да вроде все. Вот мы записали с 16 по 26 февраля будем собирать яйца. Ну а потом уже, друзья, покажем, как мы инкубируем. Может, кто-то не видел. И через 21 день после инкубации, когда заложим, вернее, через 21 день уже у нас будут курпитушечки маленькие. Будем надеяться, что все будет благополучно. Получится у нас. Все, я думаю, рассказал, показал. Что там такое? Этот у нас есть. Марганцовка. Это я вам тоже. А, это я стукаю столом. Ну, короче, друзья, вот и весь инкубатор. Сюда два провода идут на вентиляторы и два провода на лампочки. Да, Баксюшечка, что ты сидишь, грустишь? Ну, что это у тебя тут на усах? Так что такие дела. Все, друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно, пишите комментарии. Всем пока. Говори пока. Вообще, всем пока. Всем пока.